du handlar hos oss. Du får en poäng för varje krona du betalar. Och när du har samlat ihop till 7000 kan du lösa in i kassan där du också väljer om du vill ha 5% rabatt. Вон там остановка, куда я хожу. Вон остановка, я там автобус, вон там беру. Вон там. Коричневый. Нет, остановка там. Остановка? Да. Вон остановка. Нет, я там сажусь на автобус каждое утро. На работу. Да, да, да. А тут сколько часов записано? Тут-то? Не знаю. А я потом... 60 минут. Классная вещь. А как качество? Нормально. Это, знаешь, это широкоформатная камера. А, узко снимает. Привет. А можно и жить? У нас, в принципе, на даче, если бы душ был, можно было там жить, да, доктор? Туалет, если дома был. Там городской телефон. Мы едем на дачу. Ты сказал уже? Нет. А чё ж ты молчишь? Молчание ягнят. Нет, впереди. Ясмин. Смотри, я Катя сейчас на кино снимаю. Ясминка у нас болеет немножечко. Она у нас заболела, как раз когда дедушка приехал. Повеселела немножечко Алтуночка моя. Nu släcks det analoga tv-nätet och vi har satt er i möjligheten att skaffa digital tv till ett riktigt bra pris. Nu sänker vi priset på Viasat Silver till 99 kronor per månad. 40 kanalen för installation. Nu prissänkt från 179 kronor till 99 kronor. Den där tjej. Приехали уже, приехали. Привет! Привет! Там кухня, зал. Окей. Ничего дальше. Да. Так это надо вынести. Садитесь. Ага. Этому дому 200 лет. 200 лет существует. Вот этот домик 200 лет уже. И ремонт делали, когда требуется? Ну, чуть-чуть ремонт делали, а так отец, от отца еще остался. Да, от отца еще дедушек. Смотрите, 200 лет. 200 лет.
200 лет, прикинь, дома. Да ну. Серьезно? Это правильно, не надо ее продавать. Это ж какой раритет. Уютно так, ёлки-палки. Ого. Невесты ведь, смотрите, а. Это помните, лет 50, они уже все. Конец. Она. Смотри, а. Вон там море. Я с ним хорошо чувствую. Улыбается. Ладно, когда я с ним улыбается, значит мы рады. Да. Да, это будет барбекю. Барбекю называется? Гриль. Гриль? Ну, то же самое. Барбекю ема. Телка. Фольгу заворачивать. Да. Соседи. Рыба ловит здесь, в моем ногах, да? Рыба ловит, да? Да, сети они это пускают и рыбы ловят так. Рыбы тут лакс, красная рыба. Красная рыба, угу. Да? Вкусная. Красная рыба, от красной рыбы, наверное, вот это самое, они берут, как это называется? Икру? А? Икра? Икра, да? Икра, мясо тоже. Икра берут. Вкусная, вот мы сейчас будем есть скоро. Да? Угу. Попробуйте красную рыбу, которая вот, ну, здесь бывает. Икра берут, да. Икру не попробовали здесь мы, наверное. Смотри, как шашлык делается, а? Мешать, все тут тоненько режет, быстрее. И там всякий соль необходимый так. Маринов. Смотри. А там что-то масло или воды? Масло, наверное, там внизу. Нет, это масло стекает с мяса. Умница. Вот, сейчас начнем кушать гриль, которую приготовил Кент. Там она вот стоит, жарится. Ясмин сидит. Смотри, туда тоже. Где это? Оттуда. А там что-то делает Венера с Бахой. Ну, картошку сейчас. А. Картошка же. Картошка пожарилась. Побольше. Вот такая разделочная доска. Туда-сюда двигается. Очень интересно. Смотри. Старые кофемолки. Коллекция целая. Коллекция кофемолок. Работает. Как у Артемы же есть. У нас. А, он утюги собирает. Утюги коллекционирует. Я тут раз хотел ему вот утюги. Купить. О, здесь тоже утюги есть. Утюги. Старый? Ага. Он весит килограмма 3 надо.
собой везти? Или посылкой, да? Тяжело? Только обедаем мы. Да. Уже. Только обедаем, да? Ага. Только сейчас 4. О, 4:30 уже. Ага. У нас сколько обеда. Они потому что спали вот два красавца. Ушел. Мы уже бы давно сюда приехали. Да? Ну. Блин. Мы думаем, когда вы, наверное, сейчас проснетесь. Сейчас проснетесь. Я прям тебя не предупредила. Я же вам сказала, что мы на дачу пойдем. И отдых был у вас почаще всегда. На Ботнический залив идем. Пишешь? Да. А что не комментируешь? А то не мой кино будут смотреть. Я не люблю как-то говорить. Это датчик. Ни заборов. Нельзя сказать, что у шведов беззаботная жизнь. Но то, что беззаборная, это точно. Да, там надо дом наш покрасить. Тоже красный цвет? Да. Не меняю. Шведские дома красный цвет. Реально. Однообразные, да, какие-то все? Да. На домах, на всех. Да. А у нас сейчас сделают то же самое, только из пластика. Некрасиво смотрится. Вот то есть так же из пластика. Сарай, что ли, или что? А? В Алмате? Да. Дома? Дома облицовые. Ага. Жилые. Ага. Забор трехметровый, и вот такая ерунда. Это куда? Все? Ну, давай. А где дача? Вон стоит? Холодная? Холодная вода. А. Да. Соленая, да, здесь? Соленая? Ну, не сильно. У берега, наверное, она послаще. Прозрачный. Вот красота. А мы могли бы и так дойти.
Кабаны? Ну, белки, зайцы бывают, кролики. Интересно, тут такая мягкая земля. Ну, мох тут. О, это дорога, это, видимо, для лосей. Это речка, наверное, может быть. Чтобы они не прыгали. Да. Для лосей как-то. Ну, маленькие елочки. Корни. Не знаю. А дерево упало на это? Может. Они орут, наверное, как-то. Это на ягоды. В натуре комары убивают уже. Че, вкусно? Молодец. Да так, не очень. Не, ну она еще не поспела. Это. Давай кушать тогда, че. Артон. Где-то в начале, наверное. Сейчас кофе будем пить с пирогом. Течет туда, аккуратненько мы делаем и выезжу. А что все? Сахар. С молоком, наверное, будем пить кофе. А есть это кофе делается, дерево такое, дерево здесь есть вообще? Не знаю. Чего? Кофейное дерево есть? Нет. Это же где Америка, Колумбия, там кофе да, растет. Да. Ну. Куба. Куба, да. Много читаешь кофе, много читаешь? Да, не так. Тебе надо читать. Да. Тебе все надо знать. При возможности надо все надо знать. Да. Надо стараться. Человек вечно, ну хоть 100 лет живет, до последнего года должен все это надо знать. Учиться. Вот это видеть, посмотреть города, бывает везде, то ли большое дело. Об этом ученые наши Наваи, Аль-Фараби сказал. До этого сказал. Тысяч лет тому назад. Фараби в 870 году родился. Вот ради. Между Амуром и Сырдарья. Две реки. Есть Фараб, Утрар. Он родился там. 40 лет и он провел время в Иране, Тигране. В Иране. В Тигране 40 лет. Персидский язык, арабский язык, как 5 пальцев знал, писал. Аристотеля грецкого, вот этого ученого, перевел из Греции, греческого языка, на уйгурский язык. Его считали вторым Аристотелем, называл. Он уйгур. Аль-Фараби уйгур, да? Аль-Фараби уйгур. А казахи говорят, казах. Пускай. А узбеки говорят, Наваи, узбек. Да. Сделали узбеком, он уйгур. Я статью Наваи? Писал. Наваи? Наваи уйгур. Я статью написал. 4 года там назад на 3 газетах страницы печатались. А Аль-Фараби писал 60-80 страниц. Аль-Фараби. Читали Аль-Фараби. А дать опубликовать не хотел. Чтобы Назарбаев не обиделся на меня. Пусть казах. Уйгур. Я знаю. Я последние 10 лет философией занимался. Писатель должен знать, быть философом. Да, философом. Всю историю должен знать и все должен знать. Многое знать надо.
я меняю. Всех надо взять. И технику надо взять. Я... То есть что? Тысяч лет прожил в Лохманаке. Про пайгамбара Даот, Аюб, до нашей эры. Тогда люди тысяч лет, 800 лет жили, прожили. 700 лет прожили. Адам где-то 80 с чем-то лет прожил. Люди были длинные, большие, здоровые. Не такой, как это маленький, как этот самый Дахмон. Нет, шутник, ну, блин. Да, тебя надо, почему ты все рассказал я? Учись это, дедушку все рассказал. Надо стараться, литературу надо читать, технику надо изучать, компьютер надо изучать тебя. Время не упустить. Хорошо, что Бог тебя страдал, все вытащил оттуда маму. А ты бы так, кто бы так, что ты знаешь, кто бы там был. От тебя мы ждем техника, технология от тебя ждем мы. Будущее, значит, наши племянцы учат вести. Вот так мы ждем. Он тоже старается очень. И Камил тоже развитый, читает много. Аркин наш много читает, историю много читает. Он дизайнер. Он в институте, в правительном институте преподает. Он профессор, дал ему звание. Я говорю, ты вас зачитай. Его руководитель есть Бахрам. И ты знаешь, видел его? Главденок Бахрам. Да. Мне сказал, он меня уважает. Значит, я накладываю титул. И сделай. А что ты говоришь? Время, говорит, меня нет. Время меня нет. Он за деньгами сейчас пока бьется. Пускай это туда. Он профессор. Кандидат что-то. Он смог. Пришли комиссия большая из центра какая-то. Откуда сядь? Одну что ли? Представляли? Без всяких шпаргалки документов. Его считали первым местом. Оказывается, его вот эти все в голове. Свежего его. Это самая память. Едем в город Шлифтево на автобусе. Но пока идем на остановку пешком. Здесь по дороге на остановку с дома Венеры стоит красивая такая церковь. Мне очень нравится. Но я сниму ее с другой стороны. А тут пока Баха поехал. Отвозить ботинки дедушке. Дед пошел в сланцах, потом полдороги прошли, говорит, мне неудобно, я одену туфли. Баха поехал за туфлями. Удобно теперь? А это какая церковь? Католическая? Флюгер. Петушок. А с правой стороны речка. В общем, шикарно вообще. У нас автобус 10:55. Сейчас без 15. Еще успеваем. Ай-яй-яй-яй, какой красивый парень. Как вас зовут? Привет, скажи. Привет. Хейдо. А, хей. Вот церковь.
А дальше сразу идет пиццерия. Роза она называется. Баха хочет после отпуска в Алматы пойти в эту Розану и узнать насчет работы посудомойщиком или еще кем. Правильно? Ну сначала с маленького. Ну конечно, начинать надо с малого. Мне нравится, что он так думает, а не рвется сразу вперед на повара там или еще кого. Это очень хорошо. Вот подошли к супермаркету. Аптека у них называется Апотекет. Лёркан. А вон и автобусная остановка. В общем, это не так уж и далеко от дома. У нас еще в запасе где-то минут 7 есть. Вот бабуля на чем передвигается. Какой-то двойной самокат. Интересно. Она решила деньги, наверное, разменять. О, реально верит? Тормоза How are you? Тихо, тихо. Ты че? Людей разбудишь. Все, теперь пошлите на автобус. Приехал автобус. Здоровый двухэтажный автобус. Где ты зашел? Водитель автобуса. Девушка. Что-то там долго. Автобус двухэтажный, сейчас на второй этаж пойдем. Туалет там. Что там? А? Это туалет. Это туалет? Да, да. Давай, пошел. Никого нет на втором? Пусто как. А вон девушка какая-то сидит наверху. Помаши. Да шучу. Вид со второго этажа. Понимаешь. Вон тут супермаркет с Апотекетом. С Апотекетом. Тут в правилах обязательно нужно ехать с включенными фарами. Ближними или габаритами просто. Поэтому все едут. Как на 1 сентября. А 1 сентября так давно? 1 сентября же. А 1 июня? Нет, зачем? Нет уже? Нет. Вот так мы и поедем. Трасса И-4. Вот по этой трассе мы погоним. Вон туда. Вон норвежская молодежь. А вот норвежское старье.
Вот казахская, молодежь. Давай я быстро. Потом на мужика старого показываю, а вот норвежский старье. Вот. Машина. Там у меня есть телевизор и компьютер. Просто они на мультике выпускаются. Да. И долго их не держат. Стараются выпить, потому что мне дорого собирать. Рада. Рада. Рада украинская. Дума русская. Мадлис парламент казался. Дядя, Ясмин. Он кстати в правлении, как мэр города. Нам от этого пользы нет. Ну что, он мэр, там пользы вообще никакой нет. Он делает что-то? Или он как король сидит? Нет. Нам от этого не пользы, не жалко. Нет, только маленький наш город. Не дурные. Его нет, на. Там вот аллеи продают, что ли? Вон там. А, кофе делают? Как ты шла? Офигеть, смотрю, украли уже. Вырвали. Ну эту фигню все снимали, да, наверное? Камил, разник. Уже по-другому написано. Это наш фотографируй, если можете. Туда смотри. Туда смотри, на Азиза, он тебя фотографирует. Шлефтия красивый город, как и другой любой. Вон там речка, вон там река, поэтому здесь дует так, слабо. А вон там река большая. Легко не играет. Это шведы, блин, как инопланетяне. Где? Ну вот этот, допустим. Мужик? Да, посмотрел на меня. Он таких инопланетяне, как мы, редко видим. Да нет. Устал. Бахтяр, это же театр Нурданов. Да. А нам же музей надо. Музей где-то здесь должен быть. Я никто еще не знаю, где музей. Я здесь не был. Чайки. Лебеди. И чайки тут повсюду. Же, да? Ну вот они, голова, зачем ты голова вообще как тут наливаешь чай? Чай. Вон то белый или вот этот? Да, это чайки. Чайка. Вот горненько. Да? Алматинский горненько. Вот горненько, ага. Как их называют? А вот утка. Или лебедь такой. Желтонок. Этот утенок, смотри, утенок, гадкий утенок, да? Он побелеет же потом. Сфотографирует? Я их сфотовал. Сфотовал? Угу. Вот здесь утка красивая. А лягусь это? Это утка или гусь? Он белый. Утка, надо. Чистенькие такие, да? Это для них, да, которые вот собрали. И здесь рыбы там. Да? Их кормят здесь? За ними ухаживают? Люди кормят. Да. Здесь специально люди есть, которые работают, за ними ухаживают. Я не могу. Mm-hmm. Они дают воротря. Задняя часть театра.
симпатичное дерево. Малышня пошла. Дед присел. Ну-ка, попрыгай, иди. Брейк станции. Йоу. А ты бы здесь жил, Баха? Ну, живу. Не видно ничего. Эй! Вон можно еще с маминого фотографироваться. А хороший там? 2 мегапикселя. Точно, я забыла, что... Нормально. Чего? Ясмин. Сейчас я тебя сфотографирую. Привет. А ничего, у меня снимков хватит сегодня. Еще 20. 20? Да, на той большой. Да еще целый день фото стучат. Че, мы тут целый день было? На меня смотри. Фотосессия пошла. Дед фото... Закончили поход в музей. Зашли в театр. Никого нету. Посмотрим, что тут делают. Ремонт делают. Чистят. Окей. No problem? Thank you very much. Картинная галерея. Наброски Пикассо. Заходим в музей. Вот деду понравились вот такие журналы, понимаешь? Очень любит. Это Глаудинов писал. Чах, 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 продолжаешь. Баха, скажи пару слов для казахского радио. Ну, заходим. Мам, смотри. Болин. Это же этот. Как ее зовут? Сын. А, точно, он же. Кто? Дагестанки же. Дагестанки. Одной ему нашей знакомый сын. А что там написано? Бритнинг и тит ру. Приглашение, что-то такое. 6 июня. Итак, заходим в музей. Были сейчас в тамбуре стояли. Ты снимать можно? Она отошла от съемки. Подожди. Не бельчишь ты? Она стесняется? Да? Свалила. Лабуда какая-то. Непонятно. Здесь есть все. Здесь я не вижу ничто, и здесь я вспомнил. Ну что здесь обычно? У них сувениры. Мелочь всякая, пузатая. Сувениры. Карты тут. Можно покупать.
Барби с Кентом. А, Кент зовут, да? У Барби подруги. Или Кен? Кен. Кент. Кент. Окей. No problem. Мазафака. Мазафака. Вау-вау. Велькомен, бува. А чё ты вот так ходишь? Первый раз. Душно здесь? Вот так ходим, да, пищи, да? Я говорю, дед ритм задает нам сегодня. А ты рисунки? Какие страшные. Мова? Что там нарисовал? Что вы можете сказать про шведский музей? М? Ну пока же еще не посмотрел. Ну про эту комнату. Венерка. Вот такая она у нас сейчас. Пузатая. В общем, душно. Конечно, не Костеевский, нет. Но ничего. Может, дальше интересно будет. Голубину отвернули лицом туда. Какой-то прием, видимо. Уходим отсюда. Да? Как сказать в множественном числе? Шахматы. Какие шахматы какие-то? Не понятно. А мы заходим в лифт, он такой огромный. Какая грузоподъемность? 1200. На 16 персон. Первый. Мы были на БВ. Экстерный. Первый. Душно и воняет чем-то. Еще. Ну старинный. Это орудие аборигенов Швеции. Орудие труда и убийства. Какая-то лошадь. Это как называется животное? Можешь сказать? Скелет. Лось. А вот и лось. Underfermented. Что там написано? Я придумал первый гамак в мире. Вот это щаскора, вот это медведь, что ли? Это какой-то зверь здоровый. Огромный просто. Медведь? Нет, это не медведь. Кошка, наверное, какая-нибудь. Лось. Видишь, он большой какой-то. А вот это что тут? Венер. Посмотри. Лось, да? Что за животное зарубили? Смотри, вот это не кошка, вот это. Плохие фотографии. После лося захожу в одну комнату, прикольно. Я уже там был, просто сниму. Так, рыбу сушили.
человек сидит. Это домашняя утварь, видимо. Специи как хранили, рыб сушили. Где яйца ложили? Вон желуди. А вот это называется эволюция. Вот это мне больше всего понравилось. Мужик голый в лесу. Предельный аппарат. Так что иду угораю, когда им скучно. Даже мультик про него поставили. Музыка прикольная. Все вот так прикалывается. Это, видать, принцессу замуж за дракона отдать хотели. Ничего у них не вышло. Чебурашка. Да вон, с того. Движение делаем. Да ну нафиг. Там еще мультики тоже. Вот они тут сидели, видимо. Вот оттуда. Это Чебурашка же наш. Шведы, оказывается, еще и шпионы. Ну вон, это русские. Стен, полов, кровли. Норвежских домов. Ой, шведский, пардон, ой, нехорошо получилось. Это же деревянные. Это старые дома, да. Ты стирай тут, посмотри, хорошо, смотришь, деревянный дом. Опилками забивали кровлю. Это утепляет так, изоляция вот, современных домов. В современных домах вот так изолировали. Стекла тоже порезали. Утепляют или отжали, или отжали. Все дома деревянные здесь. Мало. Мы остались под дождем. И ясмин укрыта. Баха застегнулся. А ребята под зонтиком. Я так вот хожу голый. Выбирает шведку какую-то ерунду. В шведской форме. Что? В шведской футбольной форме. Болельщики. Не минуты. Кассеты хочу кипиш городской записать. Да. И такое бывает. Индейцы приехали в гости к шведам. Пошел. Кафе Аром. Кто-то своровал чего. Пирожное, какое хочешь пирожное? Ну и с чего добавить? Ну, не свинка сидит, колу пьет. Она не хочет пирожное? Не хочет. Попробуй. Ой-ой-ой, спокойно.
Ладно, не хочешь, не надо, не хочешь. Дед кофе пьет. Приятного аппетита, господа! Все. Там полминуты пьет. Она не хочет пирожное. Они за чайками тут охотятся. В мире животных снимаем. Возле лягушатника ловим чай. Что-то еще летели они. Маривачко клюнет. Они на это способны. Вон сзади смотри. Блин, я зверей, всякого зверя. Чайку ловить. Вон шмелей половить. Они мали. Шмелей. Шмелей? Они меньше и добрей, да? Да, с докуса. Это мы в аквапарке. Вон. Эти-то что от меня бегают, да? Ни хрена. Как они замечают эту еду? То уберу там. Да не, по приколу. Вообще было бы зашибись. Что, будет джакузи? Помнишь, как в прошлый раз, когда мы на этой сидели, на речке? На речке? Мы в джакузи пойдем, а? Посидим. Спокойно. Пашка плавает. Здесь. Плывец. Ой, чайка какая. Оставь на волны, если что. Оставь на волны. На волны? А будут еще? Мне кажется, да. Ну тут много, в принципе, сейчас, пленки. Сейчас, через 5 минут. Алло. Мне знаешь, как скажешь, что этот газ считается? G-Force. G-Force. Да там жил тогда G4S. После бассейна подошли к больнице, где нас ждет Венера. Вот это больница. Баха. Кент сюда подъехал. Короче говоря,
А Ясмин приболела, у нее, видимо, вирус какой-то попал, стоматит развился. И сегодня решили положить врачи Ясмин. Венера дежурила до 7, Кент приехал, будет дежурить до утра. А мы на этой машине уедем домой. Видимо, завтра придется сюда ехать утром за Кентом, да? А? Вот такие пироги. А вон Венера идет. Вот отсюда она выйдет. Сейчас, говорит, подойдет. Во, Венерка вылетела. Помаши ручки. Все нормально? Устала? Прыгайте, поехали. Прыгайте, поехали. Устала? Ой, блин. Сейчас. Вот теперь смотри. Если с Алматы получается, если ты с Алматы будешь звонить, Шетый. Тогда вот этот это, будешь звонить. Вот это называется... Это код. Код. Понятно. А тогда вот этот ноль не надо, еще не вот будешь сюда набирать. Парочку, код, да ты мне не будешь с Алматы звонить. Ну, Алматы, конечно, не буду. А что тогда объяснять тебе? Когда понадобится, когда понадобится. Ты будешь из Швеции мне звонить, поэтому вот это не надо набирать. Когда партия брошек появится, тогда позвоню. Не надо, оставляй. Вдруг меня это понадобится. Зачем? Совсем тебе. Ты же не будешь с Алматы мне звонить. Я тебе сама лучше позвоню. Нет. Ну, 0046 это, ну вот, 46. Вот так. Это 0, вот эти сверху еще. Подчеркиваю, разборчиво. 0046. Теперь Венера. Вот и вот там писала. Венера. Потом, Турсная пиши, вот забор Турсная. У меня там есть бумажки. А я не знаю. Ты знаешь, нет? Не знаешь? У меня телефон... А, у меня есть сотка, конечно. Есть? Давай. Только не ее сотка, а тут подружки со Швеции. Ну вот ее теперь надо. У меня есть бумажка. Это... Махарбам какая-то, апай. Мархикар. Мархикар, да, есть такая? Машакар. Машакар. Машакар, это вот. Давайте. Машакар пиши. Машакар. 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 Машкара. Май шакар пиши. Май? Шакар. 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 Май шакар. Ну, теперь пиши ее. Теперь где телефончиками обменивается? 0, 7. Как в молодости. 35. Смешно так получается. 69. 5 часов он дома без никого сидел. Говорит, без вас, 58. Конечно, скучно. 33. Мобиль напишу. Это модель. Мобиль. Угу. Вот. Теперь Турсуна пиши. Я ее не знаю. У меня есть там. Большие крепости где-то вот здесь. Там что ли? Вот в этой комнате мы спим. Я с дедом рядом сплю. А здесь? Ау! Вот это... Тебе не тяжело? Нет, мне ничего не тяжело. Вот это... Вот эти штук. Вот это... О, вот тут чапанла. Вот это чапан. Мальчан, вот это один чапан. Ты возьмешь? Я возьму с собой. Вот это один чапан. А вы же его встретите там? Мы там будем встречаться. Вот это ты должен отнести в Норвегию, я же туда в Швецию еду. Нет? Но он позже тебя приедет в Норвегию. Нет, я чтобы не таскал в Швецию вот этот груз и туда-сюда. Да, без проблем тогда. Тогда коньяк, маньяк, че? Ты вот это, вагон, это отправляешься туда. Вот это книга тоже, вот это чапан ты взял, вот это ты взял. Давайте я все возьму, что вам не надо.
Я оттащу без проблем. У тебя сколько сумок? Остальные, да? Вон одна, вот это, здесь. Остальные я еще могу справлюсь вот этим. Меня это килограмм 20 не больше. А телефон здесь? Все. Телефон? Да. Кого? Терсуная. Я сейчас я возьму телефон. А? Кого? Я пойду курицу еще на оставить. Прикол. Дашка, прикол. Сейчас подожди минутку, я отвечу. Вот. Вот эти меня билет нормально, обратно, да? Да. Ты проверял, да? Нормально. Держи вот и здесь. Вот и здесь держи. Мы же сейчас разделяемся. Дед уезжает первым в Норвегию, теперь, а я попозже. Поэтому документы разделяем. Теперь и эти документы тоже туда же. Нет. Для этого документы. Я ему отдал место. Страховку вот и приглашение из Умрады. Вот второе место. Для этой страховки. Я ему говорю, да. Вот, я ему говорю. И запомни, как чтобы не забыл я. Второй вообще дай карман. Я ему говорю. Спрашиваю, когда я забываю, и спрашиваю. Хорошо. Если не помню, где, куда я положил. Да. Второй вообще. Я ему говорю, эти карманы вообще не открывайте никогда. Только в аэропорте будем вместе открывать. А он страховку. Он берет резко молнию, растягивает. Я, говорит, при вас открываю. Раз. Денег. Это секрет. Денег мой. Окей. Тебя в Венере скажу, другим не скажу. Вот это секрет. Вот. Вот это как складывается? Пополам можете сложить. Нет, пополам. Пополам? Да. Пополам ты... И сюда. Пополам это высокий будет. Пойдет. Вот. Вот теперь это вторую страховку. Откуда появится страховка? Первый сбили. Страховка требует посольства Нидерландов. До этого я не знал, страховку со мной что идет. А-а-а. Она со мной шла. Вот это здесь денег. Вот видишь? Все. Все, я начал при себе. Все, вы можете куртку снять, вам не жарко? Ну что, а? Куртка не жарко? В моем возрасте это не жарко, это надо. Всегда надо с собой. Вот эти тюбетейки, вы забираете? Вот эти тюбетейки я кому-то хотел подарить. Вот эти штуки оставят там дома, а она говорит, сюда ложилась. У тебя вот эти я много какие вещи оставил, так? В том числе это хотел оставить там. Она не знала, положила сюда. А ты все кому я отдал? Это вернется обратно. Теперь где вот эти документы я сейчас отдельно положу? Телефон? Нет, у меня вот такая была сумочка, куда положил? Белая сумочка, да? А такая сумка, телевизор не понимаю. Слышит, не разбираю. Сливается. А с этим слышишь? А ты идешь. Идешь для того, чтобы работать. И как сказал, что вот тут надо нажать вниз. Да. Вот тогда. Нет, это кверху надо. Подожди, вот она же. Вот это черная. Вот правильно ты нажал ее. Черная нажал? Да, нажал, все. Кверху? Вот так надо. Нет, ты же вот так нажал, все. Это работает, да? Да. А что ты молчишь? Громкость тогда? Сделай. Громкость, что-то не молчат тоже. Что-то. Надо этого в ухо воткнуть. Вот да? Нет. Слышите нас? Не слышно ничего. Подожди. Оф, где оф, туда надо. Оф, нет, это выключить. Он включенный был, видимо, у него. И разрядилась батарея. Она батарейка тут села. Батарейка новый ставил я, а отключил здесь почему? Оф. Потому что ты включенный его оставил. Включил и ставил. Есть? Я батарею запас взял. Есть. В этой коробке. Слышь, Венер? Ты не слышишь нас? Ну-ка, сейчас, может быть, правда вот так надо?
Венера? Не слышу. Не усиливает. А какая там батарея? Батарейка где у тебя? Плоская? Батарейка слева. А я дурак, не знаю, вот так наливаю. Оказывается, вот сюда надо, назад, да? Угу. Вот так, да? Угу. И потом отсюда, да? А ты как наливаешь? А я... Ну, по ушам пошло уже. Почему-то мне уши не держат. У тебя уши большие сильно. Уши непослушные. В этой коробке должен батарея. В этой? В этой. Там нету. И вроде и за... Там не было батарейки. А что ты сейчас падала? Там ничего не падало, не было бы. Это уже село, да? Так. Вот это... Ну, вот это сюда положим. Это лекарство. Мне что-то показалось, что ты думал. Алло! Из Швеции. Вроде я положил батарею. Алло! Давай. Эй! Сюда положил батарею? Нет. Вот, например, сегодня я так вот много здоровался с людьми по сторонам. Вот, вот эти черные надо поднимать выше, да, когда здоровье? Да, он, это чтобы работа. А off это выключить. А он. Угу. Оказывается, я выключил. А ты вниз. Его включенным держал? Это выключил. Я держал это включенным, наверное. Теперь... Вот это что? Какая там батарейка? Вот это. Это громкость регулирует. Громкость. Это тише, это громче делать. А почему вот это говорила всегда, а сегодня молчат? Ну потом уже батарейка села. Свистела там, наверное. Всегда говорила, сегодня молчат. Интересно, какая там батарейка? Ну-ка, дай посмотрим. А вот, наверное, крупная, модельная, маленькая. Модельный я купил однажды один модельный. Не воспользовался, потом отдали мне Зохри. Другой отдал Азизу. Чё? Потом Аркем меня подарил в другом мобильном. Вот рабочий тебе надо нажать. Мобильный. Ага. А, нажать это и говорить. Вот это? И выключить. Вот это я второго у меня сотка не разбирал. Не знал. Дед мне подарил. Потом необходимо. Три года назад. Вот это надо с собой носить, конечно. Но батарею надо купить. Это четыре даже. Может там батарейка, может вот тут батарейка? Там нет? Нет. Посмотри. Нет. Нету. Это с собой носить. А что теперь будешь его с собой носить, если у тебя батарейки нет? Вот это нету. Нашу, что боится, боится. Почему? Нашу вот это смотрите, от сердца, пока в лекарство. Ну ладно, один раз можно. Вот это уже преднозолен, это лекарство хорошее, что ты рано где-то мажешь. Вот это от Азиз дедушкин внук, писатель. Добрый вечер.
сегодня что у нас? 13 июля. Вчера деда проводили. Забыли ему паёк дать. Ой, наказать нас за это надо. Да. Ну его уже там встретили. Нет. Вы уже не звонили? Накормили. Накормили, наверное, с утра. Они да ему звонить, что он плохо слышит. Я ему одну говорю, а он свою. Как говорится, опера одного артиста, да? Они в Стокгольме будут еще сегодня? Я говорю, ты спал? Да, да, меня встретили. Вот сейчас едем, короче. Я говорю, ты в поезде спал? А, хорошо, хорошо, говорит. Я не заблудился. Я не заблудился. Я говорю, еще бы ты заблудился. Тебя в поезд посадили, говорю. Там тебя встретили. Че, записку написали, что тебе заблудиться? А он, короче, говорит, я, говорит, записку, говорит, всем показывал. Короче, он всем записку показывал. Контролеру и всем, короче. Соседу, говорит, наверное, всему. Тогда все понимали меня и мне, говорит, помогали. Вот, так что все будете теперь с записками ездить. Зеленая карточка, да? Грин карт. Ну. Да. Вот мы сидим дома, отдыхаем. Нашу красавицу выписали с больницы, как только я уехала. Так их с Кентом выгнали с больницы. Пока я там была, боялись выгнать. Вот у нас Кент теперь без очков. Кент Титагар. Тита Кент. Без очков он теперь у нас может. Телевизор даже смотрит без очков. А здесь пишет письмо домой. Второе письмо после того большого. Это я тоже думаю, будет большое. Те большие такие больше не будут. Лучше почаще. Зато подробно. Kan nere i borta titta. Ja, tänk du vet. Det var typ han äter på vägen och sånt. Kan inte jag köra bort bilen? Ja, tydligen. Jaha.
Эй, Венера! Эй! Тут так много народа, они меня не понимают! Я говорю, Венера должна снять вот это шведское любопытство к старым вещам. Ага, точно. Не знаю, купят ли они что-нибудь. Солнце светит, да? Энкор? А вот ну то. Торги начались, началась продажа. Внимание. Народу да хренище. Вот он баха. Пошел. Че, как идет торговля у нас? Не, вон уходит и купили. Да? Вот он реально, да? Продает. Он носит? Обаны. Продал уже, что ли? Да. Кто купил? Вон там какая-то цепь. Ты что, я круг не успел сделать. Компас сегла вест. 20 спен по рубе. 30. 40. 40. Покупатель. 60 kr. 70. 70 kr. Bort för 70. Кто взял? Och här är en liten snapsbroms. Обалдеть, шустро, а? Ага. Шустро, да? Бабки пошли в ход. Snapsbrosen är så med gamla bilar på. Det är inte de här. Va? Du ser, det är inte... Nej, det är inte samma sort. Och sen är det en kaffeservis. Kaffeservis som ser ut sådär. I den lådan. Ну, товар знает. En kristall. А стартовую цену он назначает или кто? Frost, kristallfisk. Да, не знаю. En pajform. Да, по-моему. Примерно где-то так говорит. Aldrig använd. Plus, det här är Japans sättet för sake, eller vad det kallas, sake.
Вот он прикольный, да? Сейчас возьмут быстро эту штуку. Так. Тут 1000 крон, наверное, со всего наберется, а? Ну вот это играли. Мы играли вот эти, когда я работал. За 20 крон все. Игрушки? Угу. Ну вот, в таком духе идет аукцион. Все снимать не буду. Снова он что-то продал, а я хочу снять побольше шведов. Увидите, насколько они разномастны, как и другие народы. Ну, конечно, не как индийцы. Мужик пошел забирать свои вещи. Вот, пожалуйста, любители старинки. По символической цене они забирают тут. 30, 50, 70, 100. Сейчас посмотрим, за сколько уйдут колонки. А, за колонки за сколько ушли? Колонки за 20. За 20 крон уже? Вот, тут уже 120 идет. Че там? Вот эта коробка, видишь? С чем? Сервис какой-то. 170. А потом взяли. Будут продавать еще машины, трактора, тут, да? Книги пошли. Книги мне интересно, за сколько уйдут. Когда идет до книг, я буду снимать. Вот и книги. Интереса нет, видимо. Hur mycket ska ni ha det för att bära det här ifrån? Intressa ner. Ja, okej. Отложили. Жалко. И такое бывает. Вот они, красавцы. 50, 60, 70, 80, 100. Венера занимается продажей. Första Андрам, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Корыто продают. Почем? Почем продали? 75. За 75 разбитое корыто. En hel drös med sån här glass och efterrätt, skolan, fil och flingor, en hel drös. Höstkallrikar här, helvita. Vad kan det där vara? Det är två sorters kallrikar. Рука трясет. Ja, det är någon stämpel på dem och det är ändå mera vita, vanliga vita tallrikar. Servis какой-то пошел. 20 spänn, första, andra, 30, bort för 30, första, andra, bort för 30. Вон там касса. Дамы шанг! Вид престатив! Стави реял! Фик ми го фор ден! Виллит о бра! 20! Första, andra! Här är ändå mera så här 40-tals fruktfat. Jättefint av. Och sen är det någon sån servering. Brickor, olika.
Den här var ju jättefin när man ska servera kaffe, snaps, dit och där. Saladier för fyra sorter. Gurka, tomater, paprika, dit och där. Kan du göra en gratäng i ugnen. Och här har vi ett uppläggning. Och det är Arabia Artica uppläggningsfat. Arabia Artica. Hela rasket i en smäll. Молодцом тараторит. Он вспотел уже. 50 kronor, 8 stycken. Jättefina att ställa upp där hemma. 50 spänn. Första, 60. Bort för 60. 70. 80. 90. Mycket. 100. 10. 110 där. 120 här. 120 här. Этот набор подарила Венера с Бахтиаром, да? Для открывания вина. Он под замес совсем пошел. Вот есть минка, потому что у нас бабушка. Кани годит и воды. Фрелес. Sen har vi nog stänger. Det är bra att ha stänger. Någonting. Железный базар. 50. 100. 50. 200. 300. 300. 300. Mera häst. Träns med mera. Hela paketet hästgrejer. Tralala. Du ville på en gång. Ingenting. Jag har två paket då. Här är hur mycket som helst. Första 40. Rundet för 40. Första, andra 40. Ett paket till, hästgrejer, 100, 100, bort för 100, 150, 200, 250, 3, 50, 4, 450, 450, diverse kräftspadar, frisken, 3 spadar, 50, 100, 100, mera så här skymt till hästar. Hästar, hästar, hästar. Och även en sån där man lägger på. Och en overall också. Overalljacka är oanvänd och C54. 50. 50. 100. En overall, 100. Plus hästgrejer. 100, 100. 150. 200. 200. Nu är det konferens igen. Siffror för oss. 200. 200 där. 250. 260. 260. Sen har vi spik. Massa liten spikar. Hyvel. Hyvel. Второй. Bultar till och med. Helt komplett, verkar alldeles nya borrar. Borrkassett. Måste vara till borrar. Ja, de här är inte ens borrade med. Plus ändå mer. Storspikarna också, och så någon tejp. Spik, spik. Borrkassett. 20. 20. 20 spänn första. 30. 30 kronor. 30. Sen kommer det. Kabel! Det är ju perfekt när ni vill lägga en kabel. Hur många meter som helst gummikabel? 50. 50, och den här är den här olje,
Oljeskyddade, är det vad det nu heter? Oljesäker. 50. Först. Andra. 100. 100 kronor. 110. 120. 150. 150. Он хорошо заработал. Так, значит, до свидания, дом. Спасибо за приют. Было очень вкусно везде. Каждый день с утра до вечера. Все. Есть. Порог Швеции мы проходим, подходим к концу. Длинная пара была. Hey, да, здесь. Зюся, ты пришла Азизу сказать до свидания, да? Йо-йо. Du väntar. Mm-hmm. Ja, vad ska vi lämna här? Va? Du väntar en timme. En timme? Ja. Varför en timme? För senare timme. 50 minuter. Lyssnar du inte? Fröling. Kan du inte vänta? Jag också. Till Södertälje. Mm-hmm. Södertälje. Поезд опаздывает на 50 минут. Азизу придется самому разводить. Разницу там. Разницу. На 50 минут. Ну, разведешь без проблем. Даже? Я забыл это выражение уже. Надо записать. Я скаклага. Я скаклага. Будет, говорит, жаловаться, что поезд опоздал. Иди к папе. Папе, иди, я тебя сниму. Или иди Азиза обними. Обними Азиза. Он же уезжает уже. Бахтияр. Sweden is horse country for horsey people. Yes? Horse. А Катя тебе вон цветочек дарит? Вон какой. Скажи, Азиз,
Азиз, скажи. Азизака, скажи. Скажи, Азизака. Передай Зумрадочке привет, скажи. Скажи, яска клага. Яска клага. Не, скан клага. You showed the ticket and then you said, can I take this train to Oslo? Mm-hmm. And I say, I hope so. And then when you come closer to Stockholm in the morning, you say, will I come to? And I say, it's problem. The time. Go say, to judge. I will go to judge. Что значит мама? Это сколько? НДС. НДС. Налог на добавочную стоимость. Ноль. På denna sida. Pошли. Oh. Vi kan affära i. På andra sidan. Ja. Oh, kan du hålla henne? Какое место у тебя? 66. 66, это что, лежащий? Наверху. Не, вот. 66. Да, складываешь его так и лежишь. Mm-hmm. Как-нибудь устроишь. Ну, если что, наверх залезешь. Слышь, мы побежали. Окей, давай, до встречи. В Алмате. Онлайн. Not TV. Онлайн. Пока. Ясмин. Пока. Пока, дайте еще поцелуй. Давай, увидимся на следующий год. Приезжай еще. Приезжай. Привет. О, есть. Пока. Со мной две негритянки. Да ты что? Весело тебе будет. Да. Пока. Пока. Все, Азишку проводили мы. Уезжает Азишка наш.